мероприятиях всегда сложны две вещи. Это что сказать и что подарить. Вот что можно подарить человеку, у которого все есть. В данном случае тут наша семья, женская часть семьи старалась. Я примкну к этому подарку, только если понравится. Концепт мне непонятен. Кто-нибудь изложит, что, собственно, вы хотели этим сказать? Спасибо. Уже, в общем, все понятно. Это такой собирательный образ, в который было много вложено души и дела. И он именно поэтому никак не отдается в руки. Сюда люди, не только мы, это был целый какой-то коллектив людей, которые по фотографиям лепили этот образ, шили, вязали, красили. Надеюсь, к вечеру мы все-таки к ночи увидим, как он выглядит без упаковки. Но, Олег Алексеевич, это наш подарок вам. И надеемся, что если когда-нибудь мы спросим, где он, вы укажете место его хранения. Чтобы как не вышло, как с прошлым подарком. Я хочу сказать, что Рома огромный лев, такой серьезный, становится в руках Олега Алексеевича просто маленьким котеночком. Спасибо огромное. Надо в Китай ехать. Видите, какая морда уже, с какой лепят. Видите, морда стала ширше, и лет так на 25 я старше, мне кажется, немножко такой. Вот, но надо ехать в Китай, омолаживаться срочно. Спасибо огромное. Это семья креативных людей. Они всегда делают что-то вот такое вот неординарное. Вот. И женская половина, и мужская. Алексей Валентинович, ну, ему принадлежит гениальная голова. Она как-то случайно ему досталась, я не знаю. Он ею пользуется. И вот те все проекты, которые вы видели, вы помните, путешествие с Олегом Зубковым по Крыму, да, либо реплика, либо многие фильмы, самые-самые такие вот экстравагантные, самые такие, которые пронзают душу, сердце и так далее, это сделано его мозгами, руками, техникой и всем. Алексей Алексеевич, спасибо вам, что вы есть в моей жизни. Я очень рад, что Тайган подружил наши семьи, и ну, вы от меня так просто не отвяжетесь просто в этой жизни. Спасибо огромное.